сейчас должен рейд 8 подойти, я не знаю, чем там рейд 8 ему поможет, я фиг его знает, не знаю. Тут уже на входе он мелко и волна больше получается. Аппаратура у них не работает, выбила иллюминаторы, короче, все залило. Дрейф они определить не могут, тут они получаются на двух якорях. Стоят, машины заглохли. Котел он перегрелись. Работает. Что-то дым какой-то идет. Надеюсь, они там гидрокостюмы одели уже. Ну вот, их волной сейчас накрыло опять. Да, уже близко. Ну тут осталось сколько до берега, я не знаю, кабель то, наверное, 8 до берега осталось. Какой дрейф у них, неизвестно. Берег, как слышно? Слышно вас нормально. Значит, люди, оденьте гидрокостюмы, судно не покидать в любом случае, ни за что не покидать судно, как поняли? Принято, все одеты, сидим на судне.